просто этот тополиный пух в глаза летит, в рот, в нос. Это вообще невозможно. Это возле школы прям цветут эти деревья. Сейчас проходят последние уроки в школе, и мне от этого так грустно. И в конце урока я показываю свое видео «Жизнь в Китае. Один день», то, что вот мой день. И они, конечно, вау, типа, это ты, это видео. И мне так грустно с ними прощаться, потому что последний урок, и говорит, последний урок. И они такие, а, мы будем скучать за тобой, это так мило. И прям уже от них не хочется. А еще я вышла с урока, и с мальчиком играла бадминтон на протяжении всей перемен 20 минут. И он так классно играет, ну как, ну, неплохо, потому что дул ветер. Достаточно было сложно играть, но мы прям нормально играли. И мне так понравилось, я кайфанула, поиграла бадминтон. Блин, я буду скучать, я прям аж не хочу уезжать. Ну, как бы я хочу уезжать, потому что я соскучилась за всем, но мне как-то грустно, все равно такая есть легкая грусть. Это был огромный опыт, я обожаю этих студентов, я обожаю китайцев. Да, они вот грубые, там, непонятные, но они такие добрые, они такие веселые, они такие жизнерадостные. Особенно дети и подростки, блин, класс. Осталась одна неделя, и я уезжаю домой. И сегодня один из учителей по английскому языку пригласил нас на ужин. Ну, пригласила эта девушка, женщина. Вот, и мы идем, я не знаю, что там будет, вроде как она готовит. Она готовит нудлс. И мы сейчас купим каких-то фруктов. И пойдем, она живет недалеко от нас. Хорошо, комфортно, приятно. Чего ты рубашку не одела? Говорила тебе, мама, рубашку одевай. А что ты экранчик не вывернешь? Я и так чувствую. Чувствует она. Yes! Your jacket, please. Не приставай ко мне жить. Also with me, okay? Okay. Stop. And then? Fruits, then or here. Here? She is here? Yes. Напротив нас прям. Yes, we also need to buy, but I will just help her. You can go, I can go with her. Это ураганище какой-то. Что с погодой? Китайская уличная еда. Халдиш. Did you cut your hair? Oh, yeah. Very cool. Last week cut my hair. Yeah, I like it. It's cold, cold. Which dish. One do you want? Женщина фонарь. Посади сюда просто. А это местный магазинчик в Китае. Лиса, танцуй. Танцуй. Нету ананаса. Может, больше бананов тогда? Давай бананы и просто в другом магазине ананаса. Лину должны ждать. Скупились? Уже идем. Совокупились. Совокупились, да. Макс не знает такого слова, как скупились. Это, видимо, чисто крымское слово. Совокупление. Crimean accent. Crimean accent, yeah. Все, идем домой к учителю, в гости. Have dinner. Мы в доме напротив. Вот там вот наши окна. Там наши окна, и мы здесь напротив. No, I mean how? Давай вместе. Ну вместе, вот так. Вот такая пагода. Мы еще до пешком были в Америке в машине. Thank you.
стол почти готов. Хаучи? О. Хаучи? Хаучи. Хаучи. Хау-хау. Хау. Хаучи. Макс. А? Макс. Вроде бы Санкт-Петербурга. Культурная столица, твою налево. One, two, one, two, one, two, one. Бухао, бухао. Пипися, но манца, но манца там тин танца. Пипися. Ни хао. Нет. Ниши его на санта. Санпинго. Да-да-да-да. Сайна пинго. Сайна пинго. Мальчик, давай. Hello, man. How you doing? How you doing? Как бы мне не хотелось заснять видео про мою пробежку, а у меня это не получилось, а знаете почему? Потому что сегодня на стадионе просто миллион детей из primary school, с младших классов. Я не знаю, почему они там делают, они обычно в это время их там нет, но уже последнее время звонок в middle school. А в последнее время их почему-то там много, они, видимо, что-то репетируют, либо просто у них типа летний сезон, они выходят вечером на стадион, но, в общем, в любом случае... В любом случае, мне не получилось заснять, потому что они просто бегали за мной и все. И трогали все камеры. Вот так. Наверное, готовится к 1 июня, дети ищут детей. So, как тебе, Кристи? Пила чай из него, всех остальных он мне меньше нравится. Кристи, пошевели пальчик. Am I cold? Yeah, actually, you're beautiful here. More beautiful. But it's only because of camera. Yeah, it's only because of camera. Это оригинальная батарея моего фотоаппарата. Сегодня пришла новая батарея. Теперь я с двумя аккумуляторами. Ура! Теперь не будет неожиданных. О, мне села батарея, что делать? Я вчера переел. Джонзи. Джонзи. Вот они это едят. Не джонзи.
джонсы. Да. Короче, они едят джонсы. И нам сегодня столово дали эти джонсы. Сладкий рис. 22. 22. Quickly. Кристина, что случилось? 22, yeah? 23, 24. 29. So, what's wrong with your face? I lose in the game. You're so beautiful. Hello. 16. 17. 18, 19. 20, 21. 20. 29. I'm afraid then. 你下手切点行不行? 好呀。 Что мы делаем? И в чужой еще квартире. Глентвейн. Короче, Макс уехал в Пекин, а к нам пришла ученица с ночевкой, поэтому пошли к Максиму в квартиру, потому что здесь никого нет, и пьем с Костей Глинтвейн. Обнимай меня крепче. Молчи и обнимай меня крепче. Молчи и обнимай меня крепче. Тополиный пух просто как снег просто летит. Фу, у меня все лицо. I've been quiet for too long.